призналась. Привет. Здрасте. Ты как зовут? Леша. Как зовут? Леша. Леша? А что сейчас происходит, Леша? Я тоже. Спектакль будет сейчас? Я тоже хочу. Тоже хочешь? Привет, а тебя как зовут? Ванета. А мне нос мартон там. А что сейчас происходить будет, ты знаешь? Да. Что будет? Я вот назвала помнить. Мне нужно тут. Спектакль сейчас у вас будет? Да. А как называется спектакль? Этосик. Да, мяу это мяу. А ты какую роль играешь? Кто ты сегодня? Я его не мышка. Мышка? О, здорово как. Ну, привет. Привет. Как тебя зовут? Гоша. А что, Гоша, сегодня происходит? Спектакль? Сказка? Как называется? Тоска за мной. А ты кого сегодня играешь? Какая у тебя роль? Собаки, щенка. А сколько у вас собачек будет сейчас? Одна. А тебе лето вообще нравится? А во что ты любишь летом играть? Я самаху. Еще во что? Скажи, во что ты любишь летом играть? Оба. Какие игры любишь летом играть? Я воеваю только мысью. Во что, во что? Я мышка. Не, ну ты мышка, а играешь на улице, петух. Какие игры любишь? Вот, а я петух. Ладно, привет, тебя как зовут? Тима. Ты кого сегодня играешь? Петуха. А сколько у вас там? Много петухов будет в спектакле или мало? Я. Ты один? А скажите, в какие игры ты любишь играть? Еще Даня. Самаху. И во всякие... И... Вот чё ж молчали? А чего не спрашивают? Типа шоколинчик. А что такое Росомаха? Что за игра? Это такой человечек от Саяхвати. Он шалапает. И... Он шалапает, у него такие когти выдвигаются, и он шалапает. Привет. Привет. Как тебя зовут? Кира. А скажи, что это за спектакль будет, как называется? Кто сказал мяу? Ты что ли сказал мяу? Нет. Кто будет мяу говорить? Кошка. Кошка, кто еще? А кто кошку играет? Никто. Ну, кто кошка? Ольга Леонидовна. А ты кого играешь сегодня? Тихо, мышку. Мышка? Да. А ты вообще лето любишь? Лето любишь? Да, люблю. А во что ты летом любишь играть на улице? Какие игры? В прятки. А с кем ты в прятки обычно играешь? С Машей. С Галиной и с Машей. Привет. Привет. Говорить, как зовут? Как тебя зовут? Андрюша. А сколько тебе лет? 5. А ты сегодня какой-то, у тебя главная роль будет? Ну, я птенчик. Птенчик? А сколько у вас птенчиков будет? 3. Понятно. А ты вообще лето любишь? Да. А во что ты любишь летом играть? Не такси колгот, не такси. Салки. Сейчас все смотрите, все эти шапочки. Еще в догонялки и в пятки. А кто у вас в группе самый быстрый? Кто быстрее всех бегает? Куда, сюда, вот так? Мышка. Ближе. Привет. Я птичка. Привет. Привет. Ты кого сегодня играешь? Какая? Типа. А петушок ты сегодня? Да. Я маленькая цыпа. А как тебя зовут? Данила. А сколько тебе лет? Мне 5. А ты взрослый вообще? Мне 5. Ну понятно. Ты взрослый или ребенок? Я ребенок. Мне 5, да. А расскажи, чем ты летом, какие любишь летом игры играть? Гонялки. А еще во что? Сялки. А с кем ты играешь в такие игры? Со мной. Привет. Наш Алтон. Тебя как зовут? Алтон. Как? Алтон. А сколько тебе лет? 5. Ты уже взрослый или ребенок? Взрослый. А чем отличается взрослый от ребенка? Опять я. Ну не надо, сынок. А какая у тебя сегодня роль, расскажи? Птица. Птичка ты? Да. А спектакль как называется? Кто сказал мяу. А как ваших воспитателей зовут? Ольга Геннадьевна. Ирина Как тебя зовут? Ярик зовут. Как тебя зовут? Ярик. Ярик? А ты сегодня мышку играешь или
петушка? Шмель. Шмель даже? А сколько у вас шмелей? С кем вы играете? Один. Шмель. Один? Где-то я еще одного шмеля видел. Два. Пчелка. А расскажи, в какие игры ты любишь летом Пчелка. Играть? Пчелка. Я играю в Майнкрафт дома. Играю. И я Майнкрафт. А ты, пчелка, во что играешь, любишь играть? Машинки. А какая у тебя самая любимая машинка? Ярик. Красная. А тебе как зовут? Кишки надо одевать. Кишки надо одевать. Меня зовут Маша. Сейчас одевайся. Меня зовут Маша. А сколько тебе лет? Пять. Не могу. А кто у твоей подружки в группе? Арина. А еще кто? И Кира. А во что ты с ними играешь? Какие игры? Ну, разные. Ну, какие? Я не помню. А скажи, ты взрослый или ребенок ты? Взрослый. А чем отличается взрослый от ребенка? Чем отличается? Тебе как зовут? Привет. Привет. Тебе как зовут? Валета. А сколько тебе лет? Привет. А какую ты роль сегодня играешь? Да. Я больно играю мышку. А во что мышка любит играть? Вот, а танцует ее. А что, как бы, мышка любит кушать, знаешь? Да, вот сыр. Сыр любит? Да. А ты видел настоящую мышку? Да. Страшно было? Нет. Как тебя зовут? Лиза. А тебя? Алина. А вы лягушек настоящих видели? Я, да. Ты не страшная или красивая? Я красивая, потому что лягушки, они настоящие. Ну, это смешно. Расскажите, в какие вы игры любите играть? Я люблю догонялки, плывать и еще прятаться. Дура. Я люблю в черепашек ниндзя играть. Спасибо. А я люблю в Ясамаху играть и в Бэтмена, и еще в самураев, в черепашков ниндзя. А я... Кто сильнее, Бэтмен или Росомаха? Бэтмен. А ты? А я играю в Майнкрафт. И кто твои друзья? Тима, Гоша, Даня и Артур. Вы думали, кем в будущем хотите стать? Я банкиром. А ты кем? Доктором. А ты придумал, кем в будущем хочешь стать? Я массажистом. Хорошо. Кем ты будешь в будущем? Конечно. А ты кем придумал в будущем будешь, когда вырастешь? Актрисой. Что я делаю? Актрисой. Женщиной. Лягушка, а ты придумал, кем в будущем хочешь стать? Кем в будущем, когда вырастешь, кем будешь? Какой профессии? Я даже не знаю. Ну, не придумала еще. Нет? А ты придумал, кем в будущем хочешь стать? Да. Кем? А я? Да. Хочу стать... Хочу водить машину. Водителем хочу стать. О, ничего себе. Молодец. Я массажист. А ты уже говорил. А ты кем хочешь в будущем стать? Я хочу стать... Я хочу стать... Не придумала еще? Нет, пока не придумала. А вы дома родителям помогаете? Да. А что ты делаешь? Я вытираю полы. Молодец. А ты родителям дома помогаешь? Я сама дома убираюсь. Молодец какая. Вот. А сама полю фофу даже. Сама обмалываю полы мою. А ты помогаешь родителям дома? Ты! Нет? Я только отдай. А ты помогаешь дома родителям? Что? Помогаешь дома родителям? Да. Что ты делаешь? Мама готовит, и я ей помогаю. Здорово. А еще я езжу в Волгоград. Ясно. А девочек можно обижать? Нет. А почему их нельзя обижать? Потому что они хаосы. А кто тебе больше всех нравится из девочек? Маша.
домашний дом. Ты родителям дома помогаешь? Да. А что ты помогаешь делать? Работать. Я папе помогу. А скажите, и нашу комнату еще. А скажите, какая девочка нравится в группе? Да. А кто тебе нравится? Кто тебе больше всех нравится в группе из девочек? Олег. А тебе кто больше всего нравится из девочек? Маша. Привет, а ты, дом, ты родителям дом помогаешь? Привет. Ты че? Тебя как зовут? Калестина. А какой сейчас спектакль будет, знаешь? Кто сказал мяу? Кто сказал мяу? Понятно. А ты какую сегодня роль играешь? Какая у тебя роль? Мышка. Мышка? Ну ты-то мышка, а ты кто? Мышка. А тоже мышка? Ты в красном платье будешь? Да. У нас 3 мышек. И Виолетта еще мышка. Понятно. Да, мы кушаем. А ты же придумал, кем в будущем хочешь стать? Какой профессии? Придумал, кем будешь? Сами выбирали себе роли, вроде бы как с настроением хотели все вам показать. Так что давайте посмотрим, что у нас получилось. Время года? Весна! Как? Как слышать, пожалуйста, весна? Солнышко светит, теперь добавлено. Дождик поется, теплый, хороший. Только надеюсь, и снимешь шапошки. Ребят! А давайте мы споем песенку про весну.
перепорушек, но они нам летом будут помогать в саду, будут охранять наш сад от червячков и жучков. Побей лучше котик молочка. Ой, какой котик. Добрый, покушал котик. Все ребятки, встречайте, все без своими старыми лобик, черный носик. Он на даче в первый раз. В сад пущу его сейчас. Пусть на воле погуляет, все увидит, все узнает. Иди погуляй, песик. Гав-гав, как здесь чудесно. Все ужасно и интересно. Щенок наш очень весел, очень боек, очень смел, но устал. И вот зевая, спать улегся на ковер. Паша, Паша, вот, отдохни. Спать улегся из обеда. Кружу-ка я соседа. Погоди-ка, милый мой. Вот шучу я над тобой. Мяу! Кто же тебе сказал? Мяу! Кто по спанщику не дан? Выглянул во двор щенок. Видит Петя петушок со своим сыночкой Цыпой червячков еще под липой. Thank you.
Светлана. Thank you.
зато умнее стал. Но потом с друзьями стали поискать друзей таких. Приходи, вот они, наши друзья, идут. Полюбуйтесь-ка на них. Что ж, теперь играть пора. А ты ребят всех приглашай. Да, да, давайте, ребята, берем стульчики. Для нас вот только сегодня наступила весна, потому что вы нам рассказали такую чудесную сказку. Мы просто любим вас всех. Вы наши маленькие солнышки. И вот мы вам приказали. Давайте, 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 давай
Да, а то мы сейчас будем. Давай оставляем здесь. Потом мы все за ручки взялись. И все узнаем. Котик вам вот принесет подарочки вам, котик. За ручки взялись. Помахали нашим родителям. Скажем, кто сказал мяу? Раз. Нет. Тихо. Кто сказал мяу? Я. Ну давай. Это не я. Мяу. Еще раз дружно. Кто сказал мяу? Я сказал. Нет, я.